Добрый день или добрый вечер, с вами снова я, Рувия, и игра PlayerUnknown Battleground. Играю я в режиме соло, и упал я сегодня на гадку. Ну, как видите, упал я один, никого у меня нету, так что лутаюсь в соло и ничего не боюсь. Энергетик, пламегаз, но по оружию пока все плохо. Так, ничего, пустая комната, спасибо большое, тут тоже все пусто. Короче, чуваки, моя цель найти эмочку, потому что только эмочка, блин, мне может понравиться. Обожаю это оружие. Револьвер. Угу, хорошо. Так, коктейль молотов, ребят, ну нифигово, так будем палить всех противников просто заживо. Но эмочка тоже бы не помешала. Окей, дамов вообще довольно много, я думаю, что в таком количестве зданий что-то да по любасу, прям 100% я обязан найти. Домик. Где дверь, не понял? А, вот, хорошо. Я уж думал, что дом без дверей. Угу, как видите, лута прям полно. Горе, 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 блин. Горы оружия. Так, смотрим, тут пусто, тут тоже... О, серп, чуваки, все. Вот, теперь я жаловаться не буду. У меня есть серп, все, я готов убивать. Я готов тупо убивать. А, стоп, я серп даже не взял. Хорошо. Чуваки, ну не может быть, что на такой огромной территории реально ничего нет. Я не верю в это, быть такого не может. Пистолеты, револьверы, это, конечно, круто, понятно, но... Ну вы что, троллите? Опа, ребят, вторая бронь, второй шлем. Мне это уже нравится. Опа, ребят, АКМ. Ну, АКМ это... АКМ, скажу вам честно, я ненавижу. Мне это оружие не нравится по сравнению с эмочкой. Но когда нет ничего, АКМ это круто. Это, конечно, четко. Главное его не зажимать, иначе будут большие проблемы. Чуваки, 8x. Скажу сразу, беру свои слова обратно. По поводу лута все очень круто, так как 8x это просто, чуваки, имба. Ну чё, возьмем топ-1. Побежали. Может быть, все-таки игра передумает и даст мне эмочку. О, чуваки, фулл таранабор. Вот это уже зачетно. Игра, игрушка, игрулька. Можно, пожалуйста, мне фулл... А, в смысле, фулл таранабор. Можно мне, пожалуйста, эмочку? А, Кэм, вы серьезно? Не смешно. Так, ставим голограф, иначе будет плохо стрелять. А, дробовик. Окей. А, тут ничего нету, хорошо. Как прикольно. Эмочек, чуваки, хоть жопой жуй. Просто горы. Перезаряжаемся. Ребят, ну, вроде бы предпоследний дом, в который могу зайти, а, наверное, даже последний. И домик давай, да ладно, серьезно. Я не верю, мне это снится. Ребят, я в последнем домике, в котором мог искать, нашел эмочку. Понимаете, в последнем. Это же просто капец. Это сильно жестко. Вот теперь я просто невероятно доволен, и я готов брать топ-1. Так, рубашка. Рубашка мне не нужна. Вряд ли пригодится. Все, ребят, я официально готов нагибать. Ну чё, погнали. Чё по зоне? Мы почти в зоне. Да, я знаю, не идеально. Ну, типа, мы не в зоне, но все же недалеко. Еще и сковородочка. Блин. Вот это просто четко. Еще и 4 буста. 2 больки, 2 энергетика, но есть бусты, но нет хилов. Как бы там нет аптечки, нет бинтов, что бывает крайне редко. Наоборот, как правило. Опа, видите, типа, да? Чувак бежит в эти домики. Братюнь. Мне кажется, мы сейчас повоюем. Сейчас главное АКМ не зажимать, потому что это такое оружие, которое я манал. Это реально капец. Делаем, наверное, вот так вот. Перезаряжаем эмочку. А, она уже заряжена, я понял. И просто встречаем типа. Вроде бы, но я могу ошибаться. Он в правом доме. Вроде бы. Типа там открыта дверь, но... Одновременно я не видел, как он туда забегал. Понял? Братюнь, ну, неплохо. Неплохо, в принципе, ты почти меня убил. О, бинтики. Все, четко. Коктейль Молотова. Пульки на АКМ.
Ну и, собственно, это мы заберем. Это брать не будем, все шикарно, уходим. Ну, так уж и быть, го залутаем эту деревню до конца, потому что, раз уж мы уже тут находимся, почему бы не лутать? О, ребят, не зря зашел. 10 бинтов, энергетику, в смысле болька. И также еще пульки на КМ. Я думаю, пригодятся. О, ребят, чё-то жестко. Это сильно жестко, чтобы быть таким жестким. Это 2 8-кратника. Чё-то, ребят, все, блин, по луту круто. Мне это даже пугает, так как правило, когда ты конкретно залутан, прям таки офигенно залутан, ты сливаешься. А когда у тебя лут в говно, ты можешь взять топ-1. Ну, лично у меня так. Напишите в комментариях, как у вас. Тем временем, 63 в живых. Люди понемножку умирают. И, собственно, это хорошо. Меньше людей, больше шансов взять топ-1. Я сейчас двигаюсь именно к УАЗику. Мы его забираем и двигаем зону, так как зона уже пошла. И, собственно, просто урон получать я не хочу. Лишний урон. Так, справа никого не вижу, слева тоже. И впереди на горке вроде бы тоже никого нет. Но, опять же, это все херня. Они могут прятаться и спокойненько меня убивать. Погнали. Ой, куда бы нам поехать? Я вот не знаю. Смотрите, ну, как бы школа... Такое себе решение. Ферма, ну, там вряд ли уже кто-то остался. Полиция, возможно. Липок, возможно, но я поехал на мост. Вот, вот сейчас есть вариант, что примерно на сосновочку упали люди и прямо сейчас едут с моста. И мы их будем встречать. Потому что самолет летел в стороне сосновки. Ну, вы понимаете, да? Сейчас главное быстренько приехать и, собственно, всех убить. Пока мы едем, вы можете поставить лайк. Опа, вижу типа, ребят, вижу. Мне нужен срочно там укрытие какое-то. Он меня спалил, видите, да? Слушайте, а дом... Ой, а дерево такое себе. Так. Братень, ну ты понимаешь, что у тебя невыгодная позиция, у меня 8x, а ты посреди поля. Так, начнем. Ой. А, убил, все хорошо. Я уже думал, что он спрятался за камень, и у меня тут большие проблемы. Но, как вы поняли, он не успел. Погнали. Мне показалось, либо же что-то было сзади, по выстрелам. Ну, вроде показалось. Так, где же камень, за который он прятался? Я вот что-то не понимаю, подождите, мы его убили. Вроде бы тут, нет? Ага, понял. Что, ничего не понял, где камень, за который он захотел спрятаться? А, вот этот камень, да, наверное? Да, понял, все хорошо. Так, на горе никого вроде бы нет, но могу ошибаться. Ох, нихера. Хорошо. Тогда мы заберем это, и, собственно, топовая эмочка есть. О, ребят, есть топовая эмочка. Так, берем ее. Пульки. Пульки мы тоже заберем. Ой, взял юмпу, вот я, конечно, молодец. Так, топовая эмочка. Пульки, обвесики. Обвесики это очень-очень важно. Угловое цевьё, вертикальное мы брать не будем. Заберем еще немножко пулик. А почему мне так мало влазит, не понимаю. Сделаем тогда, ребята, вот так вот. И возьму просто больше пулик на эмочку, так как мне с эмки более приятно стрелять, чем с АКМ. Гоу, также выкинем винтов 5. Также выкинем 2 коктейля. Я, наверное, ими пользоваться не буду. Ну и, собственно, пламегаз на АКМ. И возьмем 4Х. И 2x. Все, хорошо. Эх, ребят, чё-то как-то я долго лутался, это очень неправильно, но я еще даже похиляюсь. Так, я вижу уже зону, пора двигать. Так что поехали. Что мы имеем? У нас имеется эмочка с хорошими обвесами. Хорошие прицелы, я бы сказал, прям великолепные прицелы. Хорошая броня, фуловая броня, и по хилам все круто. Вот сейчас только нужно тащить, и все. Все зависит от скилла. Которого нет. Так, поехали. Где-то слева что-то там стреляют, но это далеко. Ну и мне нет смысла ехать. Опасное место, поле между починками и чем-то другим. Короче, тут часто встречают. Капец, зона быстрая, гляньте, прям один в один со мной идет, ё-моё. Чё-то жестко.
Так. Нам бы взять край зоны, но опять же, край это скучно, край нужно ждать. Ну, край зоны интересен именно в маленьких зонах, когда они уже маленькие. А большой... Опа, молодцы, ребята, он там не стоит. Там, где чувак, по идее, хиляется, я так понимаю, да? Так как мотоциклы вот так не спавнятся. Ребят. Ну, вы понимаете, да, в чем прикол? Где-то там что-то есть. Либо же его уже убили, либо же он уже перебежал. Чё по зоне? Понял. Короче, погнали. Наверное, он уже перебежал куда-то, либо же просто хиляется. Ну, валяйся. Валяйся, хиляйся, я поехал. Го, пройдем рядом, чтобы, может быть, спалить его, но, как видите, его там нет. Странно. Крайне странно. Ладно, погнали, короче, в зону. Зона впереди. Нам бы хорошо было бы занять там позицию и, собственно, от той позиции уже работать. Тем временем 49 живых, уже погибло больше половины. И я опять же слышу замесы, но почему-то они все далеко от меня. Так. Справа никого, слева тоже. Чуваки, ну вы очень странные, вы где-то реально есть. Но не там, где я, это меня бесит. Я хочу файта. 2 килла уже есть, но хочу хотя бы 40. Или 50, ну короче, хочу много киллов. Так, слева никого, справа никого. Окей, ну как вариант, загляньте, вот идеально, да, вот стать на мосте. На мосту, вот. Но, мостик не в зоне, он очень рядом, но он не в зоне. Может быть заправку, ну блин, заправка тоже не в зоне, ё-моё. Что за жесть? Где вы мне тормознусь? Опа, как видите, вот где-то стороны заправки и работают, как я и говорил. Вот там позиция офигенная. Слушайте, ну, может быть, го займем этот дом. Где-то вроде была крыша. Если я не ошибаюсь, да? Да, вот, видите, это большая крыша. Мы ее в идеале занимаем. И чекаем. Чувствуете, у меня голос сел. Я просто недавно проснулся, и из-за этого у меня что-то какой-то хриплый голос. Вот, так что берем позицию. Сейчас бы найти вход. Вот, берем позицию и чекаем ту сторону. Блин, где вход в здание? Понял? Не понял, это не вход. Чё за прикол? Все, нашел. Авторежим, забегаем, так как я могу быть тут не первым. Чекаем все-все комнаты, чтобы меня неожиданно никто не встретил. К Вите дом облутанный, и на крыше, на самой крыше может кто-то сидеть. Но не сидит. Так, где-то, ребят, как видите... Как слышали, точнее, со стороны моста работали. Но как бы они не в зоне, а я в зоне. Вот в чем прикол. 4х на эмочку. Пожалуй, самый идеальный прицел для эмки. О, ребят, я вижу. Блин, он двигается, видите, АКМ. Го, наверное, сделаем вот так даже. Опа, готов. Ну, он с кем-то работал. Вроде бы он работал с заправкой. Значит, вот где-то на заправке может быть чувак. А то и не один. Так. Это кустик. Го, прочекай мостик. Может быть, там кто-то еще остался. Хотя, знаете, он так беспалевно стоял. Наверное, он был там последним. Блин, из-за дерева не могу понять, что на заправке. Вот реально, чертово дерево. Ага, понял. Я вижу. Так, эмочка, мне эсэмочки более приятно. Поздно, блин, черт возьми, я пропустил. Пропустил типа, но, ребят, он не в зоне, ему нужно бежать, так что... В теории можем нифигово так встретить. А, долбанное дерево. И где же ты будешь бежать? Интересный вопрос. Если справа, то мне крайне неудобно, там дерево. Если слева, то ты красавчик. Так, смотрим, пытаясь просмотреть через листья. Как-то вот так вот, какими-то маленькими частями что-то вижу, но противника нет. Понял, вижу. Пигнали. О, что, нас спалил, что ли? А, хорош. Куда он пропал?
Вижу. Дали в голову. Но он нам тоже дал немножко. Ребят, он по-прежнему не в зоне. Зона прям у меня перед домом. Понимаете, перед домом. Хорош, гляньте. Давай еще разок голову, и ты побежишь. А, ну, я тебя убил, так что бежать уже не стоит. Уже, по сути, не поможет. Так, смотрим. Вроде бы со стороны моста никого не осталось. Я чё-то больше чем уверен, что это было... было все. Это был последний типок с той стороны. Так, смотрим. А по, как там называется территория? Миль-то вроде пустая. Где же вы, где же вы, где же вы? Окей, ну, в идеале подождать зону. Уже пойдем по смещению. О, ребята, зона-то почти у нас. Нам бы опять же занять какой-то дом. Ну, в зоне, да? И просто с него работать. Либо же просто хорошую позицию. Вот два варианта. Так. Может быть, кого-нибудь увидим, я не знаю, надо посмотреть. 8x. Так, крыши домиков. Но, знаете, с этого места я вряд ли их убью, как бы, по той причине, что расстояние большое, он успеет заныкаться и так далее, но хотя бы узнать позицию. Я бы не против. Так. Странно, 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 странно. Ладно. Под домом вроде бы никого нет, в том доме вряд ли. Ну и погнали, наверное, к нашему УАЗику, поедем в зону. Время идет, и чем раньше я это сделаю, тем будет лучше. Предлагаю вам отхиляться, примем один энергетик, чтобы я двигался быстрее и, собственно, хилялся быстрее. Погнали. Ой, чё по зоне? Зона, надеюсь, что будет не в полиции, так как полиция немножко неприятная зона, там всегда жестко, больно и капец. Вот, так что лучше бы она сместилась налево. Куда-то в левую сторону. Ребят, мне кажется, я предполагаю, что я возьму. Если тот дом не занят, видите, впереди домик. Вот, я его и беру. Блин, камень. Ой, хорошо. Чуваки, главное, чтобы там не было типов, так как... Опа. Понял, я понял. Короче, берем дом. Сейчас, если его берем, если там никого нет, то... Ну, или же я его убью, допустим. То мы просто берем... И убиваем того типа в кукушке. Так, аккуратненько проходим. Не понял. Мне это не нравится, тут труп, вы что, серьезно? Чуваки. Последнее место, где может быть противник. Шикарно. Чекаем труп и... Гляньте. Что-то даже осталось. Окей, принимаем бинтик. И я так понимаю, что до фула мы должны отхиляться. Типа там энергетик действует, болеутоляющий и так далее. И еще бинтик. Все, хорошо. Так, ну чё, предлагаю вам лечь где-то вот, вот тут вот. Я понимаю, что он может быть в кукушке. Впрочем, я и знаю, что он в кукушке. Хорош. Надеюсь, что мою ногу не видно, я прям в это крайне верю. Ребята, как мне убежать? Кто в теме? Ладно, побежали. Фух, оказывается, он реально в кукушке. Все-таки я не ошибался, он там не погиб. Вот это уже немножечко неприятно, ладно. Ребята, раз, надо в голову дать один разок и все. Дал в голову. По идее, у него минус шлем. Видите, я дал прям в голову с патрона 7.62. Как вы понимаете, это почти минус low HP. Точнее, минус full HP, вот. Опа, как видите, все, 5 киллов, из них 3 в голову. Отлично, отлично. Вроде бы 3 или 2, я не помню. Слушайте, ребят, ну красиво. Как я говорил, первая пулька в шлем, мы шлем почти как бы сбили. И много хп сбили, он не отхилялся до фула, и мы его добили ту же голову. Впрочем, неплохо. Го, проверим дальше, может быть тот дом что-то там сидит. Там те камушки могут быть люди. А, кукушка, не, кукушка уже все. И, собственно, вроде бы все. Ребят, пошла зона. Понимаете, да? Чем нам это грозит? Так, я выбегаю беспалевно, чекаю все вокруг. И го, наверное, ляжем где-то вот в этом местечке. Просто лежу и наблюдаю. Зона? Да ты че, серьезно? Прям на полиции. Я же говорил, только не на полиции, а ты на полиции. Зона, не смешно.
Чё мне со шлемом? Евпатика Лаврати, он прямо в него попал. Хорош. Я думаю, чё так много хп снял? Так, сзади никого. Но это не точно. Предлагаю вам выйти из дома. Го, примем еще один буст. Выходим из дома и быстренько бежим в зону. Есть шлем? О, да, фуловый. Хорошо. Отлично. Мне как бы первый больше нравится по хп. Вот, так что я взял именно его. Аккуратненько смотрим, чтобы нас не встретили неожиданно. Может пешком? Да, ребят, го пешком, потому что ехать на машине сильно палевно и... как-то мне не хочется, чтобы меня нежданно спалили. Так, справа никого. Блин, ну опять же, могут хиляться там где-то в траве. Только выбежали из зоны, такие хиляются. Видят, я бегу, и давайте-ка его убьем, и убивают. Вот такая вот херня, как правило, и происходит, так что нужно смотреть постоянно. Мало времени осталось, как-то время быстро прошло, ё-моё, 49 секунд, вы серьезно? 43, 42. Так. Я ж вам говорил. Ребят. Все, крайне плохо, деревья очень тонкие. Ой, ты что, попадаешь? Где ты? Вижу. Понял. Ребят, а времени-то мало. Ага, назад я не отбегу. Там тоненькие дома. А у него коряк, ну вы понимаете, да, ситуацию? Слушайте, сейчас будет потно. Сейчас либо я сливаюсь, скорее всего, да? Либо же я побеждаю. Блин, там тонкие деревья, я назад не отбегу, понимаете, никак. Ладно, побежали. Ой, он меня чекает, ё-моё, опа. Дебил, ты же не в зоне, хер ли ты меня чекаешь? Человек за зоной. Понимаете, блин, в плохой зоне. Берет домашний меня, ты вообще нормальный, нет? Побежали. Мы могли умереть оба. Ё-моё, ещё Вадик, вы отстаньте от меня. Блин, поджали, прям вот тут вот. Вот этого я, прикиньте, я думал, что стреляет чел из машины. Думал, он сел на второе сиденье и работает по мне. Оказалось, он был справа. Блин, не ожидал. Но качка, ребят, реально интересная. Прям годненький бой получился. Мы нифига вот так пофайтили, сделали 5 киллов, из них много в голову. Но не топ-1, но это не главное. Как бы, я надеюсь, качка вам понравилась. Ну что, ребят, если вдруг не подписаны, то подписывайтесь. Не поставили лайк, то ставьте ваши лайки. С вами был я, Руви. Всем удачки, всем пока.